Приветище, это Barn Finders, и мы находимся возле моего гаража. Гляди, у меня тут, короче, запарковались два трактора, красных таких, мощных. Я думал, я их смогу продать, а нифига. Это просто запаркованные тракторы, которые заняли это место, и продать я их не могу, очистить это место тоже не могу, смотри, очистить область от перекрывших друг друга предметов невозможно, короче. Посмотрим, что у нас там по письмам, что-то там пришло. Два письма, первое Мика, другое Джимбо Фармер. Давай почитаем Мика. И снова здравствуйте, скоро стартует новое событие Бобер. Будьте наготове и приносите побольше налички. А другое письмо? Ё-моё, вот это что такое? Это какой-то код, комбинация какая-то. Помогите, обновление в амбарном сообществе. Снова какая-то лабуда. Он работал где-то в тех краях. Так что, как я уже говорил, не могли бы вы найти, отобрать его старый пивной шлем и прислать мне? Все как в старые добрые времена. Кто, чего, куда, как, фиг его знает. Принимаем заказ. Но я думаю, что мы все-таки отправимся вот сюда. На торги. Здорово, ребята, мы снова здесь, мы вернулись. Что тут нам обещают? Ух ты, ты посмотри! Какой роскошный, это что у нас, настоящий патриот, коллекционный предмет. Это, короче, типа воздушная подушка, только здесь не подушка, а металлическая конструкция. Короче, лодка с пропеллером, вот как это мы назовем. Дайте я вылезу отсюда. Ну чё, я в принципе готов, погнали. Всё, торги открыты, пойдем к первым двум хранилищам. Ладно, короче, не вдаваемся в подробности, начинаем аукцион. Как его начать? Во! Начинаем! Короче, в комментариях писали, что нужно тянуть время, и тогда есть возможность выкупить амбар или что-нибудь другое за меньшую стоимость. Ладно, потянем время. Давайте, ребят, торгуйтесь сами собой, я свои деньги не буду никуда вкидывать. Так что давайте. О, время пошло. Давай я, наверное, закину 200. Вот так, 200. И за 1400, походу, я смогу забрать. Да, отлично. Я забрал вот это вот хранилище. Смотри, там Бэтмен. А, это топорик. Какой-то гараж со шмотками викингов. Или что-то такое. Ну да, смотри, вот тут шлем валяется. Забираем. Щит. У викингов, по-моему, не было таких щитов крутых. Хотя вроде деревянный. И бешеный пес называется топор. Забираем тоже его. Что еще мы тут имеем? Бочечки. В бочке меч был. Круто, забираем. Может, это римлянские какие-то шмотки? Даже сам гараж сделан в стилистике такого средневековья. О, вот еще каска. Сколько я... 1400 я потратил за выкуп этого гаража. И сейчас посмотрим, какой навар у меня получится. В бочках есть что? Конечно, есть меч, смотри. Итак, за все, что было внутри этого гаража, я получил сколько? 1530 баксов. Ну, прикольно. Окупился гаражик. Идем дальше. Тут какая-то кинотехника Мика. Давай попробуем выкупить его по дешевочке. Ну чё, ребят, давайте, я сразу 200 накину и посмотрю на вас. Ты видал, там два Себастина стоят. Вот это у меня галлюцинации. О, время пошло. Ладно, накинем 200. Все, за 1700. Надеюсь, кинотехники здесь чуть больше, чем 1700. О, мегафон, здорово. Забираем. Что тут у нас еще? Подставочки какие-то китайские, дешманские. Мы их просто разбиваем. Книжечка, это ценный мусор. Еще одна подставка, точнее, это световой прибор. Че в коробках? Давай разобьем. Еще мегафон. Одни мегафоны. На кой черт не столько мегафонов? Ты слышишь этот звук? Я слышу туалетную бумагу. Она где-то здесь, рядышком. Стул директора. Точнее, главного режиссера. Короче, туалетная бумага где-то за этой стенкой. Но там, там реально стенка. Тут не пройти никак, вон, видишь, стенка. Черт подери. Как бы мне туда залезть-то, а? Она прям там, я чувствую. Может быть, она в соседнем боксе, вот здесь где-нибудь? Я рано или поздно все равно достану. Достану эту туалетную бумажку. Хорошо, идем к следующему гаражу. Вот сюда. Что у нас здесь? Короче, я сейчас буду тянуть время до последнего. Как совсем чуть-чуть этой шкалы останется, я сразу подкидываю баблишко. Итак, сотку кинул. Ну, за 900 я забираю. Да, получилось, отлично. Все прокатило. Но, блин, тот бочек, то его куча. Ну, ничего страшного, заберем их.
Добрался вот до этого стеллажа. Посмотрим, что у нас там. Срываем тряпочки. Не густо. Калькулятор, книжки. И алюминиевые баночки. Долбаные алкаши. Чё-то эти торги вообще не окупаются конкретно. Я уже денег потратил больше, чем смогу продать все эти вещи. Ну чё, походу у нас последний гараж. Вот этот вот. Там вообще не густо. Да, последний гараж. Ладно, погнали. Ну чё, ребятки, я вам сейчас подкину соточку под конец. И... ловите. Никто меня не перебьет. За 650 забираю гараж, отлично. Ура! Мы выиграли эти торги, и я забираю вот эту вот шикарнейшую лодку, если ее так можно назвать. Интересно, сколько она стоит? Ну чё, пойдем посмотрим, что в гараже. Игрушечки, бампер, колесо, часики, конник и все. Тут больше ничего нет. Да. Ну чё, пойдем, короче, грузить лодку и валим отсюда. Валим скорее, уже все свалили, господи. О, а это что? Забыл вот эту штуку забрать. Так. А, лодка уже сама погружена. Все, поконим. Теперь мне интересно, куда мне выгрузили лодку. Там же у меня тракторы стояли. Пойдем поглядим. Черт возьми. А! Лодка в тракторе. Точнее, трактор в лодке. Чума. Ладно, пойдем подрыгнем и поедем на следующую точку. С добрым утром, я уже за компом. Следующая точка у нас называется зона аварии. Значит, как зона 51, где инопланетяне и все такое. Туда, короче, ехать далеко. Нужно 4 бака топлива. В общем, мы их покупаем. И гоним. А, блин, так это получается, мы приехали туда, куда упала летающая тарелка. В прошлом видео мы это видели. Зона аварии. Сложная ситуация. Ребята, FBI здесь. Дядя Билли. Мне нужно в твой толчок. Прижало страшно. Идите мимо, граждане. Тут смотреть не на что. Да у меня прямо цунами в штанах. Дядя Билли исчез, побежал в туалет. Блин, круто, круто, круто. А там есть инопланетяне, а? Скажи что-нибудь. Мы следим за вами, охотники за старьем. Черт подери. Вон он, туалет, кстати, дядя Билли, смотри, вот он, вот он. Ай, чуть штаны не наложил, шашлычок-то сбунтовался. Я тебе клозет открыл, так, на всякий. Чё такое клозет? Туалет, что ли? Ну ладно, спасибо, дядя Билли. Можно сходить, да? Чё, в порядке? Это вот дверь заперлась. В смысле заперлась? Дядя Билли, ты чё? Блин, она заблокирована, прикинь, он реально запер меня. Как выбираться? Дядя Билли, открой двери. Засранец старый, а? Так, практичный объект. Давай дернем. Что, что, что? Да ну нафиг, это что, лифт, что ли? Туалет-лифт. Я на первом этаже. А, получается, я как бы в горе, что ли? Можно дверь открыть? Ёк-макарёк. Мико! Фига себе. О, посетитель, добро пожаловать в лабораторию Мика-467. Прикол. Стив Грей. Помоги мне, охотник за старьем. Только на тебя я и надеюсь. Они держали меня в подвале. Третий выключатель. Третий выключатель? А кто держал-то? Мико! И приятного пребывания. Вот это я попал, так попал. Подожди-ка, давай-ка вернемся обратно. Вниз спустимся, Мико! Дядь Билли. Вход разрешен только персоналу Мика. Ух ты ж, нифига себе. Вот это сказки, а не лифт. Смотри, через щель, мы вон там как-то движемся даже. Ну, в смысле, движемся внутри горы. Чё, все, приехали? Я могу выйти. Дядь Билли? Там такое. Я внутри такое слыхал. Срась, какие чудные звуки. Не говори, слушай. Давай-ка мы тут попробуем пройтись. И потом вернемся туда. А то мы слишком быстро поторопились. Так. Это мы сейчас к инопланетной тарелке выйдем, да? Ух ты ж, нифига себе. А, но все равно мы туда подойти не можем, потому что тут невидимая стенка. А тут, короче, дорогу перегородило дерево. Туда тоже никак. Ну и получается, что нам только в туалет. Больше никак и никуда.
Блин, как мне нравится этот лифт. Он так четко исчезает. Постеры какие-то на полу валяются ценные. Вот сюда могу подойти? Запертая дверь. Нужна отмычка. Нифига себе. Ладно, попытаемся ее отпереть. Все, открыли. Отлично. Мои навыки отпирания дверей. Ого-го. Ого-го. Ладно, рубильник отрубаем. Стив Грей. Должно ведь сработать. Нет! Что произошло? Куда ведет этот кабель? О, цельный мусор. Сейчас собираем. Бежим по кабелю, короче, бежим. Он ведет вот сюда, этот кабель. Ага. Пойдем-ка по другим кабелям. Фига себе, как высоко. Что ж, нам нужно подняться выше. Мидпункт, что ли? Забираем. Аптечка нам всегда пригодится. Возвращаемся, короче, к лифту и едем на второй этаж. Нам, пожалуйста, на... Мы на нулевом были? На нулевом там фиг знает что. Но мы туда спустимся. Погнали на нулевой. А, нельзя. Значит, едем на второй. На второй можно. Второй это третий? То есть я был на втором сейчас. Ух, как сложно. Ладно. Ничего себе. Сюда пройти я не могу. Ух, электричество надо отрубить. Пойдем с другой стороны обойдем. А, здесь тоже все в электричестве. Лезем, короче, на второй этаж. Вот это что такое? 72. Температура какая-то, что ли? Полезли на второй этаж. Второй этаж третьего этажа. Я бы так выразился. Блинский. Тут как все страшно-то, а? Отпираем, вырубаем. Там вырубить ничего нельзя. Ну все, мы тут можем пролезть, отлично. Вот эту штуку можно починить. Это забрать. Лампу не заберешь. Вырубаем еще один рубильник. Стив Грей. Еще чуть-чуть. Я чую, как я медленно. Что-то с ним там происходит. Еще один рубильник. Баллон с кислородом, отлично. Тут пусто и тут тоже ничего нету. О, смотри, сюда можно пройти, кажется. Шикарно. Знаешь, такое ощущение, как будто я на космическом корабле. Очень интересно. Короче, тут есть две двери. Попробуем зайти в них. А, это туалеты. Я думал, комнаты какие-то. Так, хорошо. А здесь что? Тоже туалет? Ну да, тоже туалет. Постер огромный с Мика забираем. Коврик тоже забираем. И тут мусор какой-то. Жалко, унитаз отсюда спереть нельзя. Пойдем попробуем пройти сюда. Отпираем. Кухня. It's short work. О, да тут напитки есть, они целые. Роскошно. Первый раз так попало. Микроволновочка. Открываем все шкафчики. Тарелочки. Белые, чистенькие. Боже, как я это обожаю. Все бы такие были амбары и дома, а? А то постоянно с мусором базюкаюсь. Эту тарелочку почему-то нельзя забрать. Типа то, что она грязненькая или что? Тут ничего. Кофейный аппарат, конечно же, заберем. Контейнеры, что в них? А в них ничего, пустенькие были. Ну, усо, я здесь все обыскал, больше тут ничего нету, потайных каких-то дверок тоже нету вроде бы. Че нам нужно? Спуститься на нулевой этаж теперь? Погнали. А, это мы были на нулевом, тогда поехали на первый. Туалетная бумага. Как мне до тебя добраться, бумажечка моя? Ладно, решим вопрос. Тут ничего нету. Пусто. Хотя что-то есть, смотри. Филипсон под кайфом. Господи, что это такое? Вот. Проекция какая-то. Обалдеть. Хорошо, проверим теперь шкафчики. О, ценный мусорок. Нашел, короче, какой-то переключатель. Он был спрятан за ящиками. Он включает что-то вот тут вот. Вот тут вот. Давай поднимемся на второй этаж, посмотрим, что там он включает. Постеры. Шикарно. Вот эту штуку он запускает. А, возможно, это лесенка. Пилу забираем. Короче, давай активируем этот рубильник. Вот так вот. Ну да, точно, смотри, лесенка. Шикарно. Но прежде чем мы туда пойдем, стульчик разбиваем, мы зайдем сюда. О, здорово, друган, как жизнь? Черт, он исчез. Какие странные тут штуки. Корпус луча смерти. Книжки. О, самогон, что ли? Давай бахнем. Ha
Божечки, какие страхи нам показали. Это все происходило здесь, в этом кабинете, или мне просто показалось? Ох уж эти галлюцинации. О, красные карточки, смотри. Интересный луч. Бластер какой-то тут можно получить, что ли? Знакомые вещи, тебе так не кажется? Такие вещи, по-моему, у меня на ферме стоят. Слушай, а может быть разбить как-то можно вот эти вот стекла? Давай-ка. Не, никак. Эх, жалко. Ну хорошо, тут мы закончили, хотя нет, не закончили, еще есть шкафы, планшет Лилика какой-то, навороченный, книжки, а тут что, тоже книжки. Ну все, вот теперь все, все здесь зачищено. Идем вот сюда, в эту комнату, это у нас походу туалет, одна комната тут взломана, видишь, рубильник перебит. Пылесос, кошерно, мыло, снова тырим мыло. Отпираем эту дверку, смотрим, что... А, ну тут тоже туалет. Смотри-ка. Тайник нашел. Ну как тайник? Походу, это можно перебраться в другой, соседний туалет. Что тут, кровь, что ли? А, ценный мусор. Так, мы в другом туалете. И тут есть комикс. Шикарно. Ну чё, полезли на второй этаж этого этажа. Пройдем вот по этой вот штуке. Как я бегу, прикольно. Как будто пердежом. Хе, прикол. Так, значит, что мы тут имеем? Прохода тут нету, но можно это все сорвать. Эту забрать. Тут что? Ага, понятно. Открываем дверку. Эту карточка нужна. У меня же есть карточка. У меня карточка есть, вот, пожалуйста. Отпирайте. Рубильник. Он высвободился, что ли? Круто, а туалетную бумагу как мне забрать? Скорее, в подвал, я чую запах свободы. Сейчас, подожди, дружок, я спущусь. Надо тут все осмотреть прежде. О, смотри, коллекционный предмет. Я, походу, там кое-что упустил. Возвращаемся обратно. Вот эту штуку можно снять как-то. Вот он, тут вот спрятался. Забираем. Ну что, как думаешь, смогу я допрыгнуть до туалетной бумаги? Вот. А, там стекло, прикинь. Вот это подстава. Ну ладно, раз я упал сюда, спускаемся в подвал. Что у нас тут? Что нас тут будет ждать, интересно? Ёк-макарёк. Здорово. Наконец-то я вижу вживую инопланетянина. Он никуда не денется теперь от нас. Вот эту штуку надо забрать. Двери есть, которые можно открыть. Тут ничего сделать нельзя. Походу, нам нужно поэкспериментировать вот с этим. Используйте три выключателя в правильном порядке. Осмотрите кабели, чтобы узнать нужный порядок. Ага, ща, подожди. Правильные кабели. Это красный. А как понять, какие правильные? А, последовательность. Все, смотрим. Смотрим последовательность. Все выключилось, итак, смотрим. Вначале вот этот, потом вот этот. Потом этот, этот и этот. Я забыл. Я опять забыл. Черт возьми, я не справлюсь. Я не смогу. Давай, соберись. Этот, 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 этот. И потом этот. Этот, этот. Так, хорошо. Этот. 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 Мико! Оп, неправильно. Попробуй еще раз, пожалуйста. Ты жив? У тебя мозги не спеклись? 2 из 5 переключателей подделки. О, у них цвета поменялись. А, блин, он же говорил, посмотри по проводам. Блин, точно, точно, подожди. Подожди, подожди, есть идея. Они же тут явно подключены куда-то, чего-то. Вот смотри, вот этот кабель, он куда подключен, как он? Вот этот кабель. Все, тут сколько колонн? 3 колонны, все, я въехал. Короче, фиолетовый 100%. Вот он идет. Фиолетовый. Он идет вот так, вот так. Вот, вот этот вот, 100%. Я только сейчас заметил, что на колоннах есть цифры. Смотри, 1, 2, 3. То есть вот их порядок. Получается, фиолетовый. Потом вот это, вот это, вот это, вот это, какой цвет? Первый фиолетовый, второй белый и оранжевый, третий. Все понятно. Так, так и так. Мико! Отлично! Слияние разумов, ошибка данных. Спасибо, что спас меня. Пожалуйста, освободи разум. Как освободить? Мне сюда сесть, что ли? Ой-ой-ёшеньки. Когда-то здесь проходила величайшая вечеринка вселенной. Но вор спер мой драгоценный самогон.
Нет, нам очень-очень грустно. Бедные инопланетяне, а. Иди на лунную базу и притащи нам самогона. На лунную базу? Я что, на инопланетной тарелке туда, что ли, полечу? Или на пикапе своем поеду? Помоги нам, охотник за старем. Только ты сможешь спасти вечеринку. Че, устроим пати? Давай оденем этот шлем тогда. А, я его забрать могу. Этот шлем. Ну, здорово. Короче, предмет я нашел, который нужен был. Искомый предмет найден, отлично. Осталось только разобраться с туалетной бумажкой и валить отсюда нафиг. Че, попробовать еще раз, что ли? А, подожди, смотри, вот переключатель есть. Господи, как я его сразу не заметил. Ну-ка. О! И можно спокойно подойти и забрать. Ай, да, я... Я, конечно, молодец, что заметил, но надо было это сделать раньше. Че, все, отправляемся, короче, домой. Фиг с ним, что не все предметы найдены. Нам, пожалуйста, на выход. Let's go. Да, кому расскажешь, вообще не поверят, что я был на инопланетной базе. Точнее, это база Мика, которая держала инопланетянина. Выходим. Билли, погнали отсюда. Чё с тобой? Чё вокруг тебя мухи летают? Ужас какой. Все, мы дома. В общем, если тебе понравилось, то есть тебе лайк, подписчик, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.